нам возвращают нашу собачку. Здрасте. Чапик, чапик. Чапик? Да. Чапик, как у тебя дела? А? Узнал. Узнал, да. Узнал. Хулиганчик. Да. Твое, да. Конечно, да. Маски такие. Маски грустные, конечно. Что, говорит, такое? Все, ладно, ну, давай, все, до свидания. Чапик у нас пристроился, наверное, год назад, ну, плюс-минус. Вот, брали его женщина с дочерью взрослой. Вот, дочь уехала жить на Алтай. Чапик остался с мамой, но хозяйка работает все время. Много работает, плюс командировки. И собака в одиночестве стала разносить квартиру. Ну вот. Рассчитывая на то, что у нас много подписчиков и знакомых, что мы найдем лучшую семью, которая сможет больше внимания уделять собаке, она приняла сложное решение вернуть Чапика нам обратно. Поэтому давайте не будем ругать человека. Давайте пожелаем Чапику найти дом. Да. Дом, семью. Может быть, кто-то влюбится в него. Вот он такой вот мальчишка. Да, Чапик.